если вообще люди читают Библию, Евангелие и не понимают, что там написано, это должен священник им объяснить? Или есть литература, которая, ну, может объяснить простым языком? Некоторые, да, задают вопрос, вот если я не понимаю тот или иной момент Евангелия или Ветхого Завета, как мне вот его понять? Ну, во-первых, есть всегда священники, можно у них спросить. А во-вторых, есть литература, которая толкует все Священное Писание, то есть толковые Псалтырь, толковые Евангелие, толковые Ветхий Завет. Есть целые там трехтомник Библии, которые просто вот такие три тома, и там вся Библия разложена просто по полочкам, и можно вплоть до названия растений и животных все прочитать. То есть толковая Библия. Возьмите, почитайте, очень все интересно.